І-Дейта – офіційний державний інформаційний портал у мережі «Інтернет», на якому оприлюднюється інформація про використання публічних коштів та реалізується ідея прозорого бюджету. Із 15 вересня 2015 року на порталі оприлюднюються всі транзакції Державної казначейської служби, також доступна інформація про використання коштів державного та місцевого бюджетів. Докладніше про портал та практику використання відкритих даних через пошуково-аналітичну систему 007 будемо говорити з гостем нашої студії, голова правління у громадському об'єднанні «Громадський контроль» Артем Романюков. Добрий вечір нашому гостю. Із 15 сентября 2015 года существует этот портал, он работает, да? Давайте вот объясните, что такое открытые данные доступным языком и вот какую проблему, в чем их ценность, какую проблему они могут решить? Если очень просто, то открытые данные проще всего показать на одном примере, да. Допустим, у нас есть некий документ, который издает, ну, предположим, городской совет, пусть это, например, его решение. Решение городского совета может быть отсканировано, распечатано, отсканировано и выложено в открытый доступ как картинка. Да? Может быть или должно быть? Может быть. Может быть. А может почему быть, не должно? Ну, и должно быть, и может быть, угу. Да. А можно то же самое сделать другим способом. Или, например, к этому сканированной этой копии добавить еще копию, которую можно редактировать, открывать в соответствующем редакторе, ну, как правило, там какой-нибудь Word или OpenOffice, и по которому можно осуществлять поиск. То есть вот когда данные доступны для нас в так называемом машиночитном формате, по которому мы можем осуществлять какой-то поиск, копировать и, возможно, редактировать и так далее. Вот это примерно и означает, что мы имеем дело с открытыми данными. Приблизительно так. Какой от этого бонус для, ну, и скажем, для кого? Да, для обычного гражданина Украины, естественно, повышаются в разы, повышаются возможности поиска. Опять же, на этом же примере, если мы имеем отсканированное решение, то мы можем искать в лучшем случае по названию этого файла, а как его там автор назвал, могли назвать там, правильно, да, заголовок ему присвоить, а могли назвать, например, noname111 и так далее. Поэтому возможности поиска по таким документам весьма ограничены. В то же время, если мы имеем документ в машиночитном формате, то мы можем искать даже, например, по какому-нибудь ключевому слову в теле этого документа. Ну, например, нас интересует решение городского совета о выделении земли по определенному адресу. Вполне может быть ситуация, когда этого адреса в названии самого решения нету. Ну, есть просто решение щодо выделения там земельной делянки и так далее. А когда когда этот документ в машиночитном формате, то есть в виде открытых данных к нам поступает, то мы можем найти, например, в теле этого документа, задать поисковый запрос, найти соответствующую улицу, и нам система там, тем или иным образом отберет все документы, где упоминается адрес, который нас интересует. Вот так в двух словах это, скажем, облегчает, очень сильно облегчает поиск для обычных граждан. Для профессионалов, тех, кто работает, например, в сфере обработки открытых данных, для тех, кто, как мы, например, занимается антикоррупционными расследованиями или внедрением определенной нормативной базы под это очень облегчает, ну, например, можно создавать продукты определенные, которые конечному пользователю будут упрощать работу с этими самыми данными. Собственно, вот 007 и проект E-Data, да, о котором мы сегодня говорим, это и есть вот такие вот агрегаторы, которые упрощают, сводят все в единую базу данных, дают удобный инструмент для поиска. И на базе этого, например, многие активисты, общественные организации, там, просто IT-компании строят уже свои продукты, которые, например, осуществляют поиск по тем же казначейским транзакциям, по государственным финансам, каким-нибудь более простым способом, к примеру, более понятным. Или создают на базе этих открытых данных какие-то информативные вещи, например, инфографику о том, сколько государство потратило в 2016 году на зарплаты. Ну, например, журналист, да, может. Да, любой журналист, любой, ну, будем называть это профессионалы, да, которые работают с открытыми данными, они могут это использовать и создавать интересные, очень информативные и простые, такие понятные для массового потребителя
может быть, графические материалы, текстовые и так далее. Вот группируя эту всю информацию воедино и создавая такие вот инфографики, наверное. Для общественного контроля насколько это важно, насколько это работает? То есть получить информацию, ну, я понимаю, может быть, это не совсем к вам вопрос, да, что потом с ней делать. Ну, помогает? Есть примеры, когда, там, не знаю, остановлена какая-то незаконная схема? Конечно. Снова обращаемся к тем же публичным финансам. До сих пор, например, до запуска портала публичных финансов, мы могли только мечтать о том, чтобы увидеть, например, все, что платила со своего казначейского счета то или иное подразделение, ну, например, того же Днепровского городского совета. Горсовет, да, да. Сейчас это можно сделать просто в два клика, не вставая со стула. Мы можем увидеть, например, департамент гуманитарной политики, куда, кому, сколько переводил со своих казначейских счетов. Мы можем отсортировать эту информацию по датам. Можем проверить, увидеть в назначении платежа, например, по какому договору платились эти средства. Mm-hmm. Более того, сам портал в перспективе будет содержать еще и все документы, согласно которым производились эти оплаты и так далее. То есть на примере открытых финансов возможности для общественного контроля просто безграничны. Родители, дети которых учатся в школе, в той или иной, если она, конечно, является распорядителем публичных средств, могут посмотреть, сколько и куда потратила эта школа денег. Если даже школа не является распорядителем, они могут через департамент, mm-hmm. ну, у нас это принято называть там районо, да, горано и так далее, посмотреть, куда платили они. В назначении платежа, скорее всего, будет указана школа, для которой закупалось то или иное там оборудование, mm-hmm. работы, услуги. И таким образом посмотреть, на что тратились, по сути, их налоги. Mm-hmm. Точно так же, ну, к примеру, в других сферах. Город тратит колоссальное количество денег на сферу ЖКХ. И, как правило, это какие-то работы по там, покраске подъездов, там, замене крыши и так далее. Мы сегодня имеем механизм, как посмотреть эти оплаты просто в реальном времени, на кого ушли эти деньги. Более того, мы можем подкрепить эту информацию, например, тендерами через Прозоро, mm-hmm. увидеть победителя этого тендера, какой-то там, например, тендер на ремонт лифтов, к примеру, увидеть, кто выигрывал эти тендеры, а потом по этому победителю, зная его название, его код, посмотреть в реальности, сколько денег на него ушло и так далее. Угу. Естественно, у нас ну, по тем же лифтам, я думаю, что телезрителям будет эта тема, скорее всего, знакома. То есть это один из кейсов, когда нам удалось раскрыть достаточно серьезное злоупотребление на десятки миллионов гривен с ремонтными работами. Механизм очень простой. Мы смотрим тендеры, которые тоже частично являются открытыми данными, информацию в базе данных Прозоро. Выходим на поставщика, проверяем, кто, сколько и когда платил этому поставщику, проверяем в действительности, есть ли выполненные работы. Такой алгоритм. А как можно получить доступ к этим данным? Это может сделать каждый, это бесплатно. Нужно регистрироваться. Как это происходит? 90% того, что открыто в Украине, а я должен сказать, что Украина, ну, в определенном смысле может считаться даже, наверное, рекордсменом среди европейских mm-hmm. стран по тем данным, которые мы открыло государство. 90% этих сервисов бесплатно. Ну, например, просмотреть все тендеры в Прозоро не стоит ни копейки денег. Посмотреть те же транзакции в eData через 007 или непосредственно через eData тоже не стоит mm-hmm. никаких денег. Но некоторые выписки, например, из реестра недвижимости, ну, они являются, некоторые запросы там являются платными. Ну, там порядки сумм 20 гривен, 50 гривен за выписку. То есть есть, это имеете в виду, кто чем владеет? Или... Да, да. И можно получить доступ к данным частной собственности? Да, на самом деле у нас беспрецедентные случаи открытости в государстве. То есть вы можете по данным, которые... Беспрецедентные для нашего государства? Или беспрецедентные в принципе. Ну, я не могу сказать, что во всем мире такого нет, но как минимум
очень мало стран могут похвалиться такой же открытостью информации. Зато у нас очень ограниченные возможности, как эти данные можно использовать. Ну, здесь уже, да, вопрос к правоохранительным органам, к судам. То есть, когда мы находим коррупцию или незаконное какое-то вот обогащение, да, то дальше, конечно, возникает вопрос, что с этим делать дальше. Теперь мы все видим, как бы, а вот куда это... Ну да, мы все декларации увидели, например, да, это не к этому порталу. Но декларации, это как раз сюда же, в эту точку, это тоже открытые данные, и тоже благодаря тому, что эти данные вот в том самом машиночитном формате, мы можем строить очень интересные поисковые запросы. То есть мы, например, мы можем отсеять все декларации всех чиновников, например, местного уровня, у которых автомобили дороже 1 миллиона гривен задекларированы. И составить такой своеобразный рейтинг. Инфографику такую, да? Да, или рейтинг. Рейтинг автомобилистов каких-то. Точно так же мы можем составить рейтинг, например, самых бедных чиновников. Те, которые на 3000 гривен работает человек уже 20 лет, и все ему нравится. Ну, естественно, здесь есть куда копать дальше. А давайте еще раз уточним, вот какие именно данные можно найти на этом портале, кроме того, что мы сказали, информация о использовании денег государственного и местного бюджетов, да, данные казначейской службы, что еще, реестр недвижимости есть? Это не сюда. Если мы говорим именно о портале казначейских транзакций, то здесь, представьте себе, каждый распорядитель бюджетных средств, сейчас они называются правильно публичные средства, имеет расчетный счет. К сожалению, не все эти счета, так называемые казначейские, то есть счета в коммерческих банках, но те, что казначейские, все движения по этим счетам в реальном времени отображаются на портале eData. Фактически вы просто задав дату и задав распорядителя, например, тот самый департамент гуманитарной политики, например, Днепровского городского совета, вы увидите все их транзакции, которые проходили через их казначейский счет за определенный промежуток времени. Плюс к этому каждая транзакция должна быть подкреплена документами, которые выгружаются в так называемый кабинет пользователя, кабинет распорядителя. То есть любое структурное подразделение, например, нашего городского совета, должно создать этот кабинет. И если, например, ушло 200 тысяч на ремонт кровли, то в этом кабинете появляется договор на этот ремонт, появляется акт выполненных работ, если это товар, появляется накладная и так далее. И все это доступно для скачивания и бесплатно. Есть ли какие-то функции на сегодня, которые работают не так, как бы вам хотелось, или что-то вы собираетесь улучшать, да, вот чем-то вы недовольны? Да, есть. В части, как я уже сказал, если, например, коммунальное предприятие какое-то имеет расчетный счет в коммерческом банке, то, к сожалению, мы не можем отследить дальше эти средства, потому что там включается в игру банковская тайна, и это, к сожалению, является одним из способов манипуляции. То есть невозможно подтянуть, да? Мы увидим, как деньги ушли на счет коммерческого банка, но дальше мы не сможем проследить, куда они были потрачены. Ну так тогда же могут просто заводить счета в коммерческих банках и знать, что их могут отследить, но не все. И к тому же это все равно является публичной информацией, которая должна быть, должна предоставляться по запросу. Это первое. Второе, те кабинеты пользователей, про которые я сказал, в этих кабинетах должны появляться эти документы, но на сегодняшний день по статистике портала eData всего 51% создано и зарегистрировано кабинетов среди тех, кто их должен, согласно закону, зарегистрировать. Половина. Да, примерно половина. 49%, к сожалению, не зарегистрировано. Тут, кстати, Донецкая область, например, впереди планеты всей, у них достаточно, у них, если я не ошибаюсь, 74% зарегистрированных кабинетов. По Днепропетровской области у нас как бы средняя по палате 48% зарегистрированных кабинетов. Опять-таки, они должны регистрироваться или могут? Да, должны. Должны. Там даже были сроки. Есть какие-то штрафные Эти сроки уже, к сожалению, были неоднократно сорваны. Правительство продлевает их для того, чтобы... считается, что чиновники не осведомлены о том, как это должно, нужно правильно делать. Не умеют пользоваться интернетом. Многие действительно не знают, как это правильно делать. Для многих это экстра нагрузка, которую они не успевают выполнить. Поэтому здесь не будем судить строго, но... Как бы рано или поздно законодатель отрегулировал, что у нас должно быть
должны быть все электронные кабинеты. Но уже сегодня, даже без этих кабинетов, мы можем мониторить публичные финансы, и мы мониторим на основании этой информации, ну, просто множество расследований по всей стране уже опубликовано, и я думаю, что по многим из них есть и соответствующие какие-то результаты, ну, как минимум, приостановка оплат, там, возврат денег, а может быть и уголовные дела. Ну что, на сегодня все, будем заканчивать. Спасибо за визит к нам в студию и развивайтесь. Спасибо. Удачи вам.